И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Кэт Макс. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Case Animatronics 2. Будем выживать и поднимать вам настроение. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Кэт Макс у нас сегодня танцующий робот. Какой жар. Он перегрелся. Отлично, Димон, я за тобой. Давай, давай, давай. А, не закрывай, Димон, дверь. Да ты, Димас, застрял там. Тихо, все, Димас, замри, короче. Ой, здрав... Пошел отсюда, старый. Блин, он меня убил, Димон. Ну это было прикольно. Есть. Димас, вали отсюда. Да бегу, ты ж стоишь на проходе. Димас, бегу. Он меня хочет убить, Димон, помоги. Я тебе... Да не могу, я выиграть не могу. У тебя пекаль, у тебя пекаль. Да у меня пекаль, он разряженный в говно. Он опять устал, Димас, аниматроник устал. А, то он не может за мной бегать, у него энергии нет. Да, все, он уже это все подох. Пойдем, пока он сейчас энергию не восстановил, надо быстрее бежать куда-нибудь. То туда, то сюда, я не знаю, куда бежать. Блин, какого питания нету, если оно есть? Тут ничего нету на столах? Тут пончики лежат. Я без понятия просто, куда нам бежать вообще. А! Я его током ударил, просто рандомно. Нажал правую кнопку мыши и нажал, и ударил. Красава, Димас, молодец. Фух, не знаю, нам, походу, надо электричество включать. Я не знаю, где его. Вот это, что ли, наверное. Так. Так, так, так. Я ж керюсь, Димон, от него. У меня, кстати, Димас, осталась последняя липучка, у меня больше нету. Это печально. О, ты энергию включил, молодчик. Да-да-да, свет теперь появился. Так, подожди, сейчас, Димон, осталось 5 секунд, я смогу его жахать током, и я выйду. Давай только метко очень стреляй, Димас, как... Все. А, это он! Димас, я походу с ним был это все время. То не я был! Да. Я думал, это ты со мной был. Это ты? Нет. Есть, Димон! А, еще и липучка жахнула. Димон, а как нам открыть, если она закрыта? А, аниматроник, Димас, мы с ним играем в кошки-мышки, Димас. Я ничем не могу помочь. Помоги, выстрельни в него. Да подожди, надо подождать еще 10 секунд. А, блин, кишки из жопы. Блин. Я не то нажал, я нажал первые цифры две правильно, чем буквы. Фух, это стрёмно. У-у-у. Он издевается над нами, как может. Током даже гахнуло. Чё, не смог? Не. Понял. Не смог. Напряженный момент. Ой, рядом, Димон! Иди отсюда, старпёр. Он классно стрелять не попадает. А у тебя есть липучка еще одна? Нету. А в руке как будто есть. Это реально эпик. Я такого еще не видел. Как ты так быстро все сделал? Вы с ним разминулись в дверях, получается, или как? Да. Отлично. Я, Димон, могу стрелять. Хорошо, у меня нет липучек больше. Все отличненько. Чего отличненько? Вон за решеткой, Димас, смотри. А что не сработало? Выстрел уха. Опа-на. Опа. Так это баг игры. Как это я через решетку не попал? Димон, тут липучка наша стоит. Беги, 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 беги. Куда-нибудь. Так, 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 так.
Так, очень стрёмно. Он стоит вон. А тут липучка стоит на дверях. Блин, я не могу выйти, я в тупике. Дима, сейчас тебе помогу. Жди. Его надо на ловушку заманить. Я открыл еще один. Я его током ударил, есть. Есть. Димон, я тут. За мной, быстрее. Бежу. Отвали! Дима, за мной, быстрее! Я просто бегу со всей силы. Димас! Нет, сейчас он придет! Один из нас должен сбежать, Димон! Током ударил! Я спрячься быстрее, пока открывается. А чё так долго открывается-то? Я его еще раз током ударил! Отвали! Да я ж нажимал цифры все! Димон, беги! Просто беги! Так, ну что, ребята, мы продолжаем. Димас, ты готов? Конечно. Отлично, погнали. Опять мне эти бомбы липучки-то юзать. Опять мне стрелять надо. Слышишь, карабкается, тихо. Тихо. Я стрельну, если что, даже в темноте. Он что, паук? Димас, ты меня зажал, понимаешь? Давай двигаться, давай поршнями двигать. Я бегу. Тупик. Карточка, я взял. Карточка, это хорошо, погнали. Так, а куда нам погнать? А, вот сюда. Так, мы, получается, здесь. Так, идем. Идем. Я охраняю, Димон, я попаду. Попал, Димон, стрельнул. Бежи. А как так? Я же стрельнул в него. Зажали! Вы меня зажали! Я выбрался, Димон, я кнопки правильно нажал. Нет, пошел. Я тоже правильно кнопки нажал. Кэтмаксу сегодня ничего не остается, как проигрывать. Да что не открывается-то, кабака? А, нет пит... Нажал в 3 раз 40, а там написано нет питания, гениально. Так, я могу стрелять. А, он котяру врубил, он ходит за мной, как котяра. Это же весело. Так, Димончик, ты где? Я не знаю, я тебя вижу, конечно, издалека. Вдалеке. Понял. Но я не могу тебя сказать. Тебя встретимся. Фигню несу. Я несу радость, а ты фигню. А я батины гантели, я видел ролик в ютубе так. Так, иди за мной, Димас. Это ты, я вижу. Какую ты карточку нашел? Димон, это ты? Да. А то я должен перевоплотился, хотя он же что-то аниматроник не может. У меня синяя. Вот, за нами, он за нами. Ты в тему ловушку, Димон, поставил, мне нравится. Лох. А, он опять этот лох пошевелился за нами. Так, я могу делать. Стрельнуть еще. Так, что делать? Димас! Туши фонарик. Туши. Ты его слышишь? Нет. Он ушел. Димас, знаешь мою тактику, короче, смотри. Понял. Нормальная. Это будет очень весело, Димас, подожди. Ну что, Кэтмакс, ты идешь? Кэтмакс, алло! Аниматроник пропал. Он нас хочет сильно напугать, сильно хочет. Смотри, он на потолке может висеть, как этот, как люстра, короче. Как люстра? Да, есть такое у аниматроников.
И теперь всего на потолке боюсь. Зачем ты мне сказал? Так, а это правда, Димас. Да я знал, может сверху прыгнуть и двоих сразу убить. Да-да-да, так что смотри на потолок. Такая должен быть силуэт его, короче, должен быть. А как так было, что я в него стрелял, а он потом после этого... Ого, что за баг? Вот тут на потолке, Димас, он прям вот тут над выходом на потолке. Ага. А ты можешь на пол бомбу-липучку поставить, не? Не, у меня закончились. Он прям на потолке. Ты чё там сидишь? Нормально его диван? Вообще офигенно. Он ещё так упал, задрыгался. Так. Последний выстрел. А у тебя последний остался? Да. Блин, ты все потратил, ну ты даёшь. Так я в него все попадал. Такой звук, как из Да, я ж испугался. Есть, Димон, жахнул. Жахнул, это хорошо. Оп-оп-оп-оп. В каком я блоке? Я просто в блок. В блоке. То есть, Димас, у тебя больше нету чем стрелять? Ноль. Это жалко, конечно. Взламывай это щиток с электричеством. Будем его как-то пытаться по-другому. Может, в рукопашную как-то лупануть его разок? Ну что, двигаем, значит, поршнями? Поршни побежали. Мы тебя обманули, Катмакс, мы тут взламывали. Ребята, мы выиграли. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вставайте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.